Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посетим Беларусь. Приехали мы сюда на 10 дней. За это время мы должны будем с вами посетить, ну такой план у нас, посмотреть Минск, город-герой, посетить Минский зоопарк, посмотреть Музей Победы, ну, погулять по городу, посмотреть. Далее по плану у нас это Мирский и Нежсвежский замки. Далее Хатынь обязательно к посещению. Далее планируем посетить Брестскую крепость, Беловежскую пущу, ну и музей старины, наконец, в конце посмотреть. Вот такой у нас план, поэтому, как говорится, у нас будет несколько видео, несколько частей. Сейчас мы с вами погуляем по городу, и по мере того, что я буду видеть, снимать, я буду выкладывать на этом канале. Поэтому подписывайтесь, будет несколько частей, несколько серий, я думаю, будет очень интересно. Ну а сейчас мы с вами находимся на площади Независимости. Это центральная и крупнейшая площадь города Минска. Ну и также на этой площади находится Красный костёл. В настоящее время он временно закрыт после пожара 26 сентября 2022 года. Ну а перед нами скульптура Архангела Михаила, пронзающего змея. Это костёл святого Симона и святой Елены. Его часто называют Красным костёлом, потому что он выложен из красного кирпича. Это наиболее известный католический храм Минска. Ну а это так называемый колокол Нагасаки. Памятник установлен в сентябре 2000 года и является напоминанием о жертвах ядерных катастроф. На табличке сказано, что 29 августа является днем памяти жертв ядерных испытаний. Вот. А здесь от колокола идет специальный тросик, дернув за который можно позвонить и почтить память. Ну а сейчас мы с вами приехали в Национальную библиотеку Белоруссии. Год основания 22-й. Форма у нее очень необычная. Собственно, мы сюда приехали, чтобы подняться на смотровую площадку. Как я уже сказал, форма необычная, и называется она ромбокубооктаэдр, как утверждают математики. Ну а обычные люди, белорусы, называют его алмаз. На сегодняшний день объем фонда библиотеки достиг 10,5 миллионов экземпляров, более чем на 80 языках, и к услугам читателей 17 читальных залов на 1500 посадочных мест. Предлагаю вам заглянуть внутрь. Ну а сейчас мы с вами попадем на обзорную площадку, расположенную на крыше здания Национальной библиотеки Беларуси. Попасть туда мы сможем на панорамном лифте. Заходим, поехали. Вот такой потрясающий панорамный лифт. Из него открывается отличный вид. Сейчас поедем на самый верх. Итак, мы с вами поднялись на самый верх и предлагаю вам насладиться видом Минска с высоты более 73 метров. Приятного просмотра!
Ну а теперь вам предлагаю немного освежиться и пройти к фонтану, который находится здесь неподалеку, около библиотеки, Национальной библиотеки. Достаточно жарко сегодня, у нас где-то примерно плюс 32 на солнце, поэтому к фонтану лучше подойти и принять так называемую ванну освежающую. Тем более ветер в нашу сторону и брызгами нас немного обдает, почти душ Шарко. Ну вот, как я уже сказал, в Минске достаточно жаркая погода сейчас, поэтому предлагаю освежиться специальным таким напитком, bubble tea или bubble чай. Такой чайный напиток из зеленого или черного чая, молока или фруктового сока, иногда с добавлением таких шариков тапиоки. Это такие съедобные шарики из крахмала или кусочков желе. И напиток этот подается холодным. Вот здесь есть неподалеку такое кафе. Предлагаю в него зайти и попробовать этот чудесный освежающий напиток. А тем временем мы вернулись к нашей гостинице. Живем мы вот в такой замечательной гостинице «Беларусь», находится она в центре города. И погуляем теперь около нее. Ну вот, как уже сказал, это центр города. И это река Свислоч, основная водная артерия Минска. Здесь вот расположена такая прекрасная пешеходная набережная, вот с таким замечательным видом, где люди катаются на катамаранах, и можно просто прогуливаться вдоль этой реки. Ну вот, неспешно прогуливаясь, мы с вами дошли до острова Мужества и Скорби. Его также иногда называют остров слез. Здесь расположен мемориал, посвященный белорусским воинам-интернационалистам, которые погибли в Афганистане с 1979 по 1989 год. Также на острове располагается скульптура маленького плачущего ангела, который по задумке архитекторов символизирует безутешную скорбь по погибшим. С глаз ангела непрерывно капают струи воды, капельки, что символизируют его слезы. Ну а мы продолжаем с вами прогулку по городу, и сейчас мы с вами идем в исторический центр Минска, а именно в Троицкое предместье. Ну а сейчас мы с вами оказались в верхнем городе исторического центра Минска. И перед нами открывается вид на собор, кафедральный собор Сошествия Святого Духа. Это православный храм в Минске. Раньше он был католическим костелом, но теперь это русская православная церковь. Ну а сейчас мы с вами поднимаемся на площадь Свободы, на которой стоит городская ратуша, которую восстановили в 2004 году. Ратуша была 16 века, но она была, к сожалению, разрушена в конце 19 века. Но ее восстановили. Также на площади находится кафедральный собор, костел, правильно сказать, костел католический Пресвятой Девы Марии. Ну а перед нами памятный знак или скульптура «Городские весы». Он установлен в 2014 году и в память о 515-летии получения Минском Магдебургского права. По трем мешочек с деньгами на удачу!
Ну, это городская ратуша, о которой я уже говорил, которую снесли еще в 19 веке и восстановили в 2004 году по сохранившимся изображениям. Ну а теперь пришло нам время прокатиться на метро на Минском. Вот такие вот жетончики здесь продаются. Это как раз будет оплатой для проезда. Вот так он выглядит. Сейчас попробую резкость навести. Так, идем с вами в турникет, опускаем его туда и проходим. Вот такой вестибюль одной из станций. По классике кинематографа снимем с вами прибытие поезда. Так, ну а находимся мы с вами на Октябрьской площади Минска. Перед нами дворец республики, культурный центр, деловой центр Минска. Обратите внимание, людей мало совсем или вообще нет, никто не гуляет. Это мы путешественники, у нас отпуск. Наверное, люди все работают, я так понимаю, поэтому нет людей на улицах. Ну, наверное, и хорошо. Все заняты делом. Ну а тем временем мы вернулись обратно на площадь Свободы, откуда мы начинали прогулку по старому городу, по историческому центру Минска. Также здесь можно взять катамаран либо лодку на прокат. Вот расценки за час, то есть лодка он 20 рублей, катамаран двухместный 18, четырехместный 23 рубля и так далее. То есть вот такие вот катамараны красивые, симпатичные, то есть можно взять покататься по реке Свислыч в историческом центре Минска. Ну а тем временем на Минск опускается ночь. У нас был сегодня очень насыщенный день. Мы погуляли по городу, посмотрели его. Конечно, не все достопримечательности, потому что за один день это просто нереально. Но у нас впереди еще целый отпуск, поэтому будут еще видео. Поэтому оставайтесь на канале, смотрите. Я буду все снимать и показывать то, что мы видели, и покажем вам, нашим зрителям. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите, конечно, комментарии. Буду рад все почитать и ответить на все ваши вопросы. Большое вам спасибо за просмотр. Всем пока!